Я бы на Марка никогда бы не сгорел, если бы он мне не написал вот эту фразу. Я, если что, стримить, я говорил, что до 22 буду. Я вообще охуел, блядь. Я бы вообще не... Если бы он телетанул и просто ушел, я бы ни слова не сказал. Я написал, типа, братан, не расстраивайся, что-то такое. Он написал, если что, стримить. Даже. Так он, конечно, запустил. Потому что я охуни наговорил, он написал, что все, ебать, там, тире-пыры, написал, что я уебанчик. А, ты на стриме рассказал? Да, ясный хуй, блядь. Я сгорел, пиздец. Мне обидно стало. Тоже 22, надо стримить. Пошел нахуй. Вот именно. Я мне пиздец обидно стал. Я сижу обосранный, блядь, вообще нахуй. В дерьме, блядь. Строго сказал, блядь, в начале турика, что все, блядь, игры, которые я стримлю турниры, они умирают, блядь. Марго Камоли сказал, что просто турниры хуйня. Я в ахуе сижу, такой, думаю, ну ладно, типа, блядь. Я хотел даже не делать его вообще нахуй. Да, ботинок ебаный, конечно, на мирном. Короче, самое больше очков у... Выйди, пожалуйста. Самое больше очков у Ромы 75. Ты, блядь, выйдешь. Блядь, ты можешь выйти, пожалуйста? Пожалуйста, ну это мой стрим, ты можешь выйти просто? Реально, сейчас это все хуже, чем он приведет, мне кажется. Да, блядь, ну, я не понимаю, зачем ты это делаешь? Пиздит, блядь, зачем ты это делаешь? Ты делаешь, блядь? Все, поговорили.